Воскресенье, и наш папочка съездил на бусики, которые у нас в воскресенье, по воскресеньям в Салерну, и привез посылку от моей сестры, ну и немножко закупился там товаром, который покупил на бусики. Будем раскрывать. Максимка, привет! Привет! Ну раскрывай, что там папа привез, давай, ты хотел раскрыть. Да, Лора. Хулиганье там бегает. Рыбки! Папа захотел рыбки, сказал, что со мной поделится. Бычки. Что это у нас? Мивина папина. Папа у нас любитель мивины. Конфеты. Папа у нас любитель конфет. А, кстати, мои любимые. И еще рыбки. Все. Вау. Еще мивина. Это что? Гречка. Это поскольку в Италии гречка только зеленая, не жареная, то мы... О, сгущенка. Это я папы попросила на тортик. И еще мивин. Слушай, папа сегодня закупился мивиной, наверное, на целый месяц. Еще гречка, ура! И пойду завтра. А, окей. Бабине, супер. Ну что, теперь посылка. Что у нас тут есть? А ну давай ты будешь снимать, только не тряси камеру. И вот тут не закрывай это микрофон. Опа! Юська, ты что делаешь? Мультик смотришь? О, ха-ха-ха! Гусёнку! Да, моя сестра меня Ой. Любит. А это чай малышкам, потому что сестра сказала, что они не хотят уже такой пить. Мама, я отказался. Ну, попробуем дать девчонкам. Это что? А, это нашему папе подарок на 35 лет. Духи. Ну-ка. Посмотрим, что там. Дальше нам всем сладость. Ой! И у нас сегодня завал конфетами будет. Да! Вас увидят 40 конфет. Дизайни! Портреанники! Да, малышкам сестра купила. Ух ты! Ух ты! Это надо будет разобраться, как это делать. Ага! Дальше. Ой! Ого, крекер с зверушками. Смотри, там зверушки. Класс! Вау! Еще один крекер с зверушками. Ой! Твоя сестра! Да-да, но она просто не знала, чего большую коробку доложить. Алора, Максимка, это тебе подарок на день рождения. Мышка. Это тетя Наташа, бабушки. Вау! Окей. Это тоже. Так, надо еще спросить, от кого что, но это тоже тебе подарок. Их светящийся в темноте эксперименты. Вау! Все, у нас теперь все будет светиться. Семки! Семки! Каких из них был еще подарок? Тыквенный, это я просила. Люблю тыквенный. Это у нас тетя Наташа просила ей крем для от этих от синяков. Такой вот. Очень хороший. Дальше. Это маме хна. Мама любит хну. Для окраски. Чтобы мамины волосы не портились. Будем смотреть. Потому что я здесь покупаю по 7 евро. А там такие пакетики, скорее всего, намного дешевле. Ну и разукрашки, девчонка. Ну-ка, 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 ну-ка. Книжечки. Ай, какие красивые. У нас наконец-то будут нормальные книжечки. Тут было всего пару штук, когда девчонки умудрились порвать. Это что? Укропчик. Я просила семена укропа, потому что в Италии его вообще не бывает. Даже три вида. Вау. Класс. Ух ты, 3D-мозаика. О, смотри, какая мозаика, 3D. Ха-ха, прикол. Здорово.
Жаль, только это где-то постарше. Еще рановато. Класс. Книжка. А, уже книжка потянулась, смотри. Еще одна. Ну да, у нас же две девки. Так что приходится две мозаики иметь. Дальше. Дорисовки. Дорисовки. Класс. Тоже в двойном экземпляре. Дальше. Водные раскраски. Водные раскраски — это нечто. Это замечательно. То, что нам тут как раз на наш возраст. Реально. Вот этот пит реально. Вот это пит. Еще раз. Ой, какая прелесть. Как раз не сейчас. Совсем вылезет. Наташа знает, что нам отправлять. Судоку. Вот это вот, это то, к чему мы почему-то пристрастились. Мне их случайно отправили еще во время беременности. Сестра отправила. И мы так пристрастились, что они вот у нас просто лежат в легкодоступном месте, в одном таком недалеком месте, типа туалета. И вот сидишь там и разгадываешь, и разгадываешь. Мы уже одну книжку разгадали полностью, одну так частично. О, еще и маленький. Как раз туалетный вариант очень удобный. Извиняюсь за подробности, но очень, очень интересно. Сколько у нас малышня. Малышня есть. И с ними не очень-то получается поразгадывать в других местах, поэтому сидим в туалете в основном, прячемся от них. Настольная игра. Монстры в супермаркете. Вау, с фишечками, со всеми приколами. Класс, это одни из моих любимых игр. Да? Это, по-моему, тоже тебе на день рождения. Что-то такое вот было. Все. Вроде бы все. Окей. Ура! Ну давай, открывай. Да подожди. Тут надо. Не-не-не, Макс, это надо вот так. Вот так. Доставай. Ну-ка. Застряла. Ай, порвалась коробка. Ладно. Давай. Что у нас тут написано? Рекламка. Дентинный талон. Вау. Супер. Ну, руки дрявые. Потихоньку. Да. Ну-ка. Ого-го-го-го-го. Вот это мышь. Вот это мышь. Вот это мышастик с кнопками сбоку. Это чтобы уже совсем не напрягаться. О, какое колесико. Вау. Маська, тебе повезло. А провод какой бесподобный. Слушай, это вечный провод. С ним, наверное, вообще ничего не должно случаться. Класс. Обалдеть. А сколько тут костра? Не знаю, это твой подарок. Хорошо. Сколько стоит, тебе никто не скажет. Ого. Ого. Это чтобы нигде никак вообще не отломилось, не испортилось. Чисто геймерская мышка. Вау. Да. Слушай, я тебе завидую местами, ребенок. Давай мне тоже быть 10 лет. О, это тоже уже нашла себе игрушку. Изюшка, классная игрушка. С печенькой во рту. Combat with Nintendo Headset. Да? Да. Акура. Вау. Супер. Сейчас пойдем устанавливать, да? Да. Ты уже тоже используешь мышку, да? Ты уже тоже мышастик? Алора. Идем? Да. Идем. Вау, она так светится. Бесподобно. Колесико. Класс. Супер мышка. Ну давай, ребенок, пробуй. Окей. Крафт. Да. Работает? А, ты в самолетике летишь? Да. Прикольно. Да. А зачем наушники одел? Я же вытащила бы тут. Снимай. Геймер маленький. Ой. Классная мышка. Да. Лучше, чем та.